сегодня на этом первом вечеринке CFO Russia. Я очень рад, что так получилось, что Адам Смит это организовал. Это очень важное мероприятие. Я считаю, особо для обмена опытом между финансовых директоров, это очень хорошая платформа. Поэтому я рад, что получилось. Прекрасная церемония, очень понравилась. Во-первых, это хорошая возможность встречаться с аудиторией, которая собирается на конференциях Адама Смита раз в полгода. Мы привыкли собираться осенью, и это была предоставлена возможность собраться, пообщаться, обменяться новостями, узнать что-то новое для себя. Во-вторых, сам формат. Церемония, награждение, выбор той или иной номинации, обыграно в стиле Оскара, действительно очень интриговало. Мы общались со многими участниками в зале, было очень интересно узнать, и все действительно там ждали своих номинаций. Нам повезло, у нас был самый счастливый стол. 4 человека, сидящих за столом, получили свои награды именно сегодня. И я считаю, что сам формат и момент, и подход был выбран удачно. Кроме того, мы пытались вспомнить, есть ли еще прецеденты, и вот каких-то известных и ярких на рынке категорий или конкурсов по выбору финансового директора года, и сопутствующих номинаций мы даже не смогли вспомнить. Поэтому прекрасная находка. С точки зрения людей, которые здесь присутствуют, и независимости мнений, я думаю, что это одна из наиболее объективных независимых номинаций. Хотя это, наверное, не стоит говорить, потому что я там был номинантом. Хотя 2 дня назад я собирался ехать на рыбалку. И, собственно, здесь не собирался вообще присутствовать. В Хабаровск и дальше вертолетами на север. Впечатления только положительные, кроме того, что мы получили такую, в общем, для нас очень важную номинацию, действительно очень приятно. Но церемония прошла действительно очень в какой-то такой дружеской обстановке. Нам еще повезло, у нас был очень счастливый столик. У нас за столиком оказалось 4 победителя в разных номинациях. И как-то все было очень тепло и дружественно. А за соседними столами, в том числе около жюри, я видел людей, которые встречались мне и были хорошими моими коллегами в прошлых местах работы. Профессиональные, качественные специалисты в своих отраслях. И то, что они в принципе появились, это значит, что есть профессиональный интерес к этому мероприятию. И причем это первое мероприятие, оно будет расти. Почему? Потому что таких мероприятий очень мало. Прекрасная площадка, и на самом деле жалко, что он происходит только один раз в год. И что возможность собрать как бы практически всех финансовых директоров России на одной территории, пообсуждать тренды, поговорить как бы о каких-то тенденциях, обсудить мнение, не знаю, поучаствовать в дискуссии. В общем-то, до этого было один раз в год, теперь у нас есть возможность сделать это второй раз. И я надеюсь, что в следующем году вы это продолжите, и у нас будет опять раз еще одна возможность встретиться и поговорить. Мне хотелось бы выразить благодарность организаторам данного мероприятия, поскольку, будучи спонсором одной из номинаций, номинации «Лучшая сделка по слиянию и поглощению», позволила нашей компании отразить наше отношение к той большой работе, которую ведут финансовые директора, когда проводят серьезную работу по приобретению активов либо по реструктуризации активов. Мы являемся специалистами в области стоимостного консалтинга, поэтому не понаслышке знаем, оценивая бизнес, оценивая активы, каким образом строятся данные проекты. И то, что мероприятие, сегодняшнее мероприятие, награждение финансовых директоров за их работу позволило нам наградить финансового директора, руководителя финансовой службы компании «Уралкалий», позволило подчеркнуть наш, в том числе нашу позицию по отношению к тому нелегкому труду, который делает финансовая команда компании, выбирая цели, проводя слияние компаний и управляя затем консолидированными компаниями. Адам Смит, сохраняя себе лучшие корпоративные практики тех идей, которые проводились, все-таки недаром есть в его фамилии элемент любого финансиста, который изучает этого института. Смит. Адам, кстати, тоже совпадает, но может быть то же самое. The event was giving the chance for the CFOs to meet with each other and getting updates about what is happening in the finance world. From our perspective as a Baring Point Management and Technology Consulting Company, it was very good to see that our view on the market is reflected in the ideas of the CFOs. We were here as a sponsor for the best IT project,
And we really think that IT and the finance world is still a very important topic, because having reliable systems that give you the chance to have the information that you need in the right time is really one of the keys element for running the finance department in a company. So I think it was a very good event. I think the CFOs that were getting the awards are really representing the Russian CFO world, and we are glad to be here as a sponsor. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать успешный финансовый директор? В чем составляющая его бизнес-успеха и успеха его компании? Во-первых, он должен быть очень сильным коммуникатором внутри компании, потому что финансы, как мы не трогаем, они касаются все области компании. И второе, естественно, этой базе важно, чтобы настраивать всю компанию, чтобы она была настроена на составление прибыли. Это важно. Не только, чтобы прибыль в компании была для акционеров, но прибыль нужна, чтобы пошли инвестиции в будущие продукты, в будущие рынки. И это очень важно. Конечно же, финансовый директор должен в первую очередь иметь хорошую команду. Поэтому, будучи грамотным организатором, грамотным управленцем, он в первую очередь должен иметь соратников. Потому что, если взять пример той же самой сделки по слиянию и поглощению, решение о выходе на ту или иную сделку принимается, как правило, коллегиально, как я уже говорил раньше на церемонии, а ответственность за результаты консолидированных компаний несет сам финансовый директор. Поэтому очень важно иметь возможность, принимая коллегиальные решения, и дальше и получать поддержку своей команды. Что бы ни случилось, как бы ни случилось, всегда финансовый директор – востребованный человек, который всегда блюдет здоровье компании. По роду своих занятий приходится общаться с большим количеством финансовых директоров, соответственно, обсуждать текущие задачи. Могу сказать свое личное мнение – это прежде всего люди довольно активные сами по себе, люди, которым интересно разобраться в своем собственном бизнесе, при этом последовательные и четкие, потому что финансы требуют аккуратности и четкости в исполнении процессов. Здесь нельзя увлекаться, с одной стороны, тенденциями бизнеса, с другой стороны, его нельзя душить. Поэтому еще раз говорю, что здесь нужно быть активными и разбирающимися в бизнесе, но при этом с довольно четким, жестким стержнем для того, чтобы проводить четкую финансовую политику компании. Вызов у нас один – это наша цель и наша стратегия, как уже озвучил один раз наш акционер. Наш основной конкурент – это Госзнак, и мы стремимся к тому, чтобы карточки платежные вытесняли все-таки деньги из оборота, и мы видим в этом нашу миссию. То, как мы развиваемся, наш рост, наша реальная скорость показывает, что мы, в принципе, делаем то, что действительно нужно, и нам от этого очень приятно. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь ставить перед собой большие амбициозные цели. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Идите вперед и делайте то, что считаете нужными. И удача придет. Я хочу сказать одну вещь, что очень часто наши советские преподаватели, очень сильные преподаватели, говорили следующее. Когда приходишь на работу, забудь то, чему тебя учили в институте. Это все ерунда. В наш век востребовано в области финансов все то, что мы знали, учили, и что раньше было не востребовано. Весь блок знаний, который в финансах был, мы счастливая каста, я бы так сказал. Мы можем использовать все, и более того, это ценится, когда мы используем то, что мы учили в институте. Поэтому тем, кто есть, учиться, учиться честно, защищаться, терять время на диссертации, а после этого гандикап преодолеть. Вот сейчас я слышала, когда награждали людей, очень часто звучало слово «команда». Вот вообще какова роль команды в успехе одного человека и компании в целом, на ваш взгляд? Да, естественно, один человек, как CFO или финансовый директор, не может организовать высокое качество одному. Но то, что он сможет сделать реально, он может создавать высокие стандарты и помочь в рамках своего тима, что все люди стремились к этим стандартам. Команда, командный дух – это основа любого успеха, чтобы достичь результата. Я на самом деле лично занимаюсь спортом, я с детства играю в футбол, это командный спорт, и я знаю, как один игрок не может делать результат. То же самое в бизнесе.
Поэтому, если есть желание делать результат, это, как правило, в сложных комплексных бизнесах только как командная работа может. Но для членов команды это тоже очень важный процесс. Особо для финансистов, многие молодые финансисты, когда они участвуют в таких сложных, интересных проектах, они растут. Они растут профессионально. И это дает им толчок, чтобы, да, я сделал этот проект, и в следующий раз я могу что-то еще сложнее сделать. Поэтому без этого никак. Задача финансового директора, естественно, организовать такая среда, дать людям возможности и делегировать полномочия. Иногда контролирует результат. Опыт финансового директора приобретается именно путем работы в команде, путем работы с внутренними специалистами, с руководством компании, с другими стейкхолдерами, с кем приходится общаться. Dynamic of the Russian market is for sure an advantage, but at the same time is a burden that for the CFOs is important to manage, because the stabilities that you can find in some countries and the maturity and the dynamic that you have in Russia is for sure a challenge. But my perspective is that the Russian CFOs, they have the right knowledge, the right experience to face this dynamic market. Из серьезных событий последних, безусловно, это некая нестабильность на международных финансовых рынках, связанная с судьбой еврозоны и, соответственно, опасений, которые с этим могут быть связаны, особенно для компаний, которые работают на международных рынках. Наверное, это из основного, на что приходится постоянно в своей повестке обращать внимание финансовым директорам. Расслабляться не приходится, но, с другой стороны, это не первые сложности, с которыми приходится сталкиваться. Каким образом происходил отбор среди номинантов победителей? На чем основывались? Очень честно. Мы вначале договорились между членами, какие категории будут вместе с Адам Смит. И после этого мы уже получили независимо друг от друга по имейлу домой разные варианты на номинации и с описанием. Значит, каждый член жюри голосовал отдельно. И поэтому, правда, я до сегодняшнего вечера не знал, кто выиграет, по каким номинациям. И я думаю, это правильно, и это и так и должен быть. Я знаю, что в России всегда идет слухи, да, все церемонии покупаются, но на самом не деле в этом случае. Не в этом случае.